Доброго времени суток, друзья. Сегодня я вышел прогуляться возле своего дома. У нас тут так уютненько, детская площадка небольшая. Ну, все аккуратненько, все понятно, Испания, да? У нас уже давно тепло, все довольно-таки приятно. И вот на что я обратил внимание. Я хочу этот маленький ролик посвятить городскому вандализму. То есть вот хочу вам показать пример, как избежать от городского вандализма. А что именно я хочу показать? Вот эту лавочку. Она очень аккуратненькая, покрашенная, все хорошо. И вот муниципальные работники приклеили вот такую небольшую табличку. На табличке очень просто написано: эта лавка стоит 500 евро. Береги. И все. И то есть вот и герб нашей деревни, в которой я живу, Седови, да? Вот. Когда люди проходят, и даже молодые люди, они уже читают, они уже понимают, что это стоит денег, и относятся более бережно. Хотя я уже живу здесь 20 лет, и эта лавочка менялась просто, ну, никогда не ломали ее. Просто менялась форма лавочки, место не меняли. Ну, вот это я хотел бы показать вам. Ну, и кому нужно, может, кто-то возьмет себе на заметку в городе. Вот так вот. Большое спасибо за внимание. Что-то опять увижу по дороге, обязательно покажу. Здравствуйте, дорогие друзья. Я сегодня нахожусь в 60